дорогие друзья! Сегодня, знаете, очень у нас щепетильная темка. Сегодня я пришла со своими бровями, со своей болью к профессионалу своего дела, к Танюше. Привет, Танюша! Всем привет! Я Татьяна Микитюк, мастер-бровист, визажист, стилист и многое другое. Вот. Сегодня я приветствую Танюшу, она ко мне пришла со своими бровушками. Мы будем делать с ее бровей что-то, нечто новое и натуральное, красивое и максимально качественное. Вот так. Я на это надеюсь, потому что тема бровей, она достаточно щепетильная, и я люблю более натуральные эффекты. Если уж прибегать к этому, долго думала, и был период, когда мне испортили мои брови, теперь я их отращивала, и вот, собственно, попала к специалисту, и уже в предвкушении результата. Так что смотрите, оставайтесь на нашем канале, мы вам все покажем. Приступаем, Танюша? Да. Сейчас я тебе бровушки обеззараживаю, снимаю все каки, которые ты ехала по дороге, лишний твой макияж, мы обеззараживаем зону работы. Для начала у нас есть лишние волоски, мы их убираем. Я убираю лишний волос воском. Сначала я делаю каркас для выравнивания твоих волос, так как должно быть правильно. Так как у тебя есть своя личная асимметрия, одна бровка длиннее, вторая короче, меньше, больше. Вот, мы сейчас будем их равнять. Каркас я делаю ручкой, так как цвет должен быть другой от пигмента. Мы выравниваем. Знаете, как вот. Что-то мне нарисовала маску такую. Да, это выровнявшийся каркас под уборку лишних волос. У меня этот каркас так, слушай, как симпатичный. Как тени прям какие-то. Симпатичный вид. Здесь, когда я буду отрывать, глазки не сжимаем. Здесь чуть-чуть часть болезненнее, чем была сверху. Поэтому я придерживаю и убираю волосочки. Я просматриваю после, как там убрались ли все ненужные волоски, или же еще остались. Есть парочка, которые остались. Это я для себя их так оставила, чтобы не убрать больше, чем нужно. Вот сейчас я сделала каркасик так, как будет выглядеть бровушка. Конечно, не так будет толстые линии, это чисто каркас лично для меня. И, соответственно, для клиента, так как он может увидеть, как будет выглядеть его брови. После этого, как я согласовала со своим клиентом брови, их толщину, длину, форму, мы пришли к обоюдному согласию, я наношу анестезию. Наносим мы анестезию хорошим слоем, полностью на всю поверхность бровушки. Очень аккуратно, чтобы каркас не смылся, чтобы потом при снятии было видно линии, по которым я буду работать. Это как бы для меня упрощает задачу и лишает возможности где-то на ошибку. Вот у нас уже подействовала анестезийка наша, уже чуть-чуть подсохла, полчасика у нас прошло. Хочу рассказать о самой технике, какие виды есть, как можно приукрасить ваши бровки. Есть одна из техник, которая самая безопасная, это биотатуаж. Биотатуаж – это окрашивание хной и придание той формы, того цвета, которого вы хотите. Хна держится на коже до 2-3 недель.
на волосках, если у вас хорошие волоски, может держаться до 2 месяцев. То есть вы можете посмотреть, как вам идет, не идет. Если вы не готовы к таким кардинальным изменениям в своей внешности. Микроблейдинг — это идет татуаж, 6D татуаж, который максимально делает вид ваших бровушек натуральными, красиво, эстетически, врезание пигмента под кожу. Врезается пигмент такими маленькими лезвиками. Могу показать на камеру их размерчики. Вот такое вот манюсенькое чудо делает красоту. Есть разные размерчики. Это 9-ка, такая мини-травматическая. Есть чуть-чуть больше, такая вот 11-ка. В общем, минимально болезненно. Плюс к чему еще хорошо микроблейдинг? Так как микроблейдинг поле работы в эпидермисе. Обычный татуаж делается в дерме, то есть глубже и более травматически для кожи. После этого остаются, если мастер глубже удавил свою иголочку, получаются шрамы и получаются синие отливы. Из-за чего? Из-за того, что пигмент краски, он смешивается с кровью. Так как очень глубоко это дело прошло. В микроблейдинге это все поверхностно и заживает в течение недельки. Бровки сильно такой шкурочкой не берутся, но заживает. И в течение недели вы спокойно можете ходить по улице, не прикрывая очками, челкой и тому подобное. В общем, это такая процедура, которая минимизирует травматичность и максимально красивый эстетический вид добавляет вашим бровкам. Есть еще хорошая техника, которая мне очень нравится в татуаже, это пудровая техника. Микроблейдинг можно смешивать с пудровой техникой. Пудровая техника — это имитация легкой дымки, как получается, как тенями, как визажисты делают тенюшечками форму бровушек. Вот пудровая техника — это такая же процедура, только ее хватает на 2 года. Не на день, а на 2 года. Вот. И если, например, у вас нет волосиков, и вы хотите сделать микроблейдинг, можно совместить микроблейдинг с пудровой техникой, и получится и затушевочка легкая, цвет придания и имитация волоска. Это типа уже оно вбивается в мою кожу? Да. Вообще не ощущаю. Уже, анестезика подействовала. Это уже идет процесс, который называется микроблейдинг. Вот сейчас я врезаю тебе волосочки. Врезание пигмента краски под кожу. Теперь ты поняла, да? Да. Вот. И этот звук означает, что я работаю в эпидермисе, что я не пошла глубже. Я не травмирую тебе кожу. Очень красиво. Смотрите, это буквально минута. Какая минута? Мы только краску сняли. Очень круто. Это того стоит. Вообще настолько натурально смотрится. Я вообще очень довольна результатом. Круто. Теперь мы наносим закрепитель. После того, как мы нанесли закрепитель, мы с закрепителем сходим до завтрашнего дня. Закрепитель закрепляет пигмент под кожей и удерживает его там на протяжении всего времени. Благодаря. Главное не забыть не умыться, не умыть эту зону. Да. Он бесцветный, но слегка просто
блестеть бровушка. То есть сейчас можно куда угодно, как угодно, мы можем поехать и кофе попить, и навстречу. И они неразительно выступают в своей яркости. Краснота сойдет вокруг бровушек в течение часа максимально двух, то есть не сильно разительно. И вообще очень, очень все хорошо. Здорово, вообще настолько реально эффект вау-вау, потрясный. Настолько натурально, настолько естественно, красиво. Представляю, когда уж там кожа подживет, вообще будет. Так она сейчас ничего не видно. Да, но ты уже, когда у тебя заживет через там недельку плюс-минус твои порезики, ты уже будешь смотреть, ты месяц походишь, узнаешь, как ты хочешь сделать коррекцию, где-то затемнить, где-то, может, подправить, что-то четче сделать. То есть коррекция нужна для того, чтобы понять, как ты хочешь потом. Месяц тебе дается для того, чтобы понимать, комфортно тебе с ними, некомфортно. В общем, такой вот у нас получился результат. Здорово, Танюш. Я очень довольна результатом. Круто, спасибо тебе. И встретимся через... нет, мы с тобой раньше встретимся. В общем, приходите. Да. Буду всем рада сделать красивые бровки, так как Танюша. Всем пока. Рекомендую, проверено, мастер. Вау, крутой. Спасибо. Спасибо большое. Пока-пока, дорогие зрители. И я вам дала наводочку, куда стоит обращаться за красивыми бровками. Пока-пока.